Всем привет! Хочу рассказать о наших новостях. Сегодня мы, когда с Глебом играли, я его попросила показать, где у мамы носик, где у мамы ушки. Нос он начал показывать где-то 2-3 дня назад, а ушки я давно не вспоминала, мы как-то с ним играли, я ему все время показывала. Вот они, ушки у Глеба, знай, и подергивала. И к моему удивлению, и к папиному тоже, Глеб схватил меня за ухо и подергал тоже. И я ему, конечно, тоже все это озвучила, сказала: знай, молодец, Глеб. Вот он, кстати, тоже хочет, наверное, что-то сказать. И, в общем, он мне показал, где у мамы ушки. И потом, до того мне это было радостно, что я его полдня потом просила показать, где у мамы ушки, где у папы ушки, чтобы у мамы потом уши горели. Потом у нас еще такое событие произошло. Ну, у нас машина, и Глеб там иногда залазит, там лазит, играется, да. Вот, и сегодня он залез туда, взял папины ключи и воткнул в замок зажигания. И машина запищала, что двери открытые, и мы такие сразу оглянулись и подошли туда, оказывается, Глеб стоит, там уже машину заводит. Мы с папой тоже такие: ой, какой молодец, Глеб за папой повторяет, машину тоже заводит. Вот так вот. А потом чуть-чуть попозже, а мы уже, ну, опять же, играли с ним. И у нас там игрушечные животные домашние. И он посмотрел что-то на них. Я говорю: смотри, Глеб, лошадка. Он взял эту лошадку и вот так показывает по столу вот этой лошадкой. Так вот скачет, как будто бы она. Я говорю: правильно, лошадка. Тык-дык. Лошадка поскакала. Вот так вот. Это я ему показывала. Ну, где-то пару дней назад показала. И вот он вспомнил про эту лошадку, повторил. Вот такие у нас изменения. Спасибо Давиду. И надеемся на дальнейшее лечение. Вот такие у нас. И желаем всем всего хорошего. Спасибо большое. Да, всем пока.